Это видео продолжение прошедшего обзора. Итак, продолжаем нашу игру. Осталось совсем чуть-чуть. Так, сыграно уже 14-15 раундов. Я отгадал последнее слово, мне дали различные награды. Есть две кнопки. Это share, чтобы отправить свой результат в Twitter или Facebook. И новая игра. Ну, я выйду из игры. На этом я хочу сказать то, что программа очень хорошая. Она работает с помощью сети плюс. На этом я закончу свой обзор. Итог читайте на нашем сайте iScientist.ru. До скорых встреч!